собираем вещи. Что тут? Грибах, грибы. Грибам хана. Выбрасывай. Нет, кушать будем. Идут, ребята, сборы. Собираемся выезжать из машины. Собираем все вещи. Заканчивается маленькая история на этой машине. Заканчивается у кого-то каденция, у кого-то стажировка заканчивается. Вещи. Нормально, не так и много вещей, как было, когда заезжали, да? Еще холодильник разгрузим. Нормально. Только холодильник остался и постельное белье. Сейчас час ночи. Движемся в сторону базы, в Польшу, в Познань. Заехали в этот освещаемый паркинг, чтобы собрать вещи на базе, чтобы уже приехать и просто сдать машину. Не собираться там, не таскать эти вещи туда-назад. Подъедем к базе на машине, там легковая машина недалеко стоит, сразу на легковой машине подъеду, вещи загружу и все. Еще будет утром перецеп, нужно будет сразу перецепиться, и после перецепа сдача машины будет. Сдаем машинку, Вика будет сдавать тест-драйв, пару дней отдохнем и будем получать другую машину. И снова в бой, снова в работу. Уезжаем с парковки. Парковка платная. Буквально, сколько мы, 2 часа постояли. Собрали вещи. Поедем. Здесь рядышком есть бипишка. Бесплатная. Попробуем там запарковаться. Мы уже в Польше находимся. До базы осталось 41 километр. Воздуха накачает чуть-чуть. 41 километр. Сейчас у нас время час ночи. Поедем. Поспим. Получается 2 часа. И поедем на перецеп. Ну, сразу выбросим вещи. Лёлик сидит. Сразу выбросим вещи в машину, в легковую, чтобы уже не таскать с палетника в палетник лишний раз. Приедет человек к базе, и там перецепимся, и потом приедет еще другой человек, который будет принимать у нас машину, с ним поменяемся, и все. И отдыхать. Приехали на паркинг. Смотрите, сколько гертеки здесь стоит. 4 машины. Мы 5-е. Там еще один ман стоит. Здесь чисто 5 вольф стоит. Красавица. Вот это самая красивая, да, ребята? Самая симпатичная красавица. Королева дорог. У меня такая была на первой каденции. Вольво. Топовая машина. Видно, что новенькая вообще. Наверное, недавно только в работе. Дреманули 2 часика. Едем на базу. Ну, привет, родной. Я по тебе скучал. Добрался до машинки, друзья. Накидываем клемму. Ой, искрит, как хорошо. Закрываем, заводим машинку.
немножко зажигание включим, выключим. Раза 3-4. Почти как заново родилась. Колодки немного прикорели ВД-шечкой. Все это дело немного обмоем. Перед отъездом не попрыскал специальным средством, чтобы коррозия не покрывалась. Обычно пурскую, а этот раз не попурскал. Что-то торопились перед отъездом. В общем, забил болт. Сейчас будем в рейс выезжать. Надо обязательно будет попурскать. Перегружаем потихоньку вещи. Все, вещи перегружены. Ждем прицепчика. Поменялись прицепами. Взял вот этот прицеп. Коллега взял мой прицеп. Сейчас осталось только топливо померить. Зацепился, в транспортное положение поставить и померить топливо. Жена до конца уже собирает мелочевку всякую. Очень хорошо, я занимаюсь делами, как перецепом, вещи перетаскиваю. Вика в кабине все убирает намного быстрее, чем одному все это делать. Чисто. На 50% она делает работу по сбору. Последние штрихи, уборочка влажная. Ждем сейчас сменщика. Такой вот отчет, такая вот небольшая кипа отчета. Одно из самых важных. Вот, как-то так. Все, машинка сдана. Остался рюкзак и холодильник и пакет забрать, и все. Все, прощай, прощай, Вольво. Коллега, который принял машинку. Вот, коллега принял машину, я сдал машину, с женой сдали машину. В общем, все хорошо, все классно, да? Окей. Сейчас ждем 12 часов. С 12 часов у нас заселение в отель. Будем заселяться в отель пока на 3 дня. Получается, суббота, воскресенье, на понедельник, с понедельника на вторник. На трое суток заселяемся. Сейчас вот стираемся. Один большой такой пакет настирали. Сейчас Вика еще один пакет забирает. В общем, по максимуму стираем. Можно сказать, все. И едем сейчас в отель. Каденция, ребята, закончилась. Об итогах каденции, может быть, с Викой запишу такое небольшое интервью и расскажем, что да как, что происходило, сложно ли было Вике, сложно ли было мне. В общем, запишу такое видео. Ну, в целом скажу, что доволен. Я доволен, несмотря на какие-то небольшие сложности, я доволен. Подкормил машинку, заправил 20 литров покататься на 3 дня. Нужно еще на мойку заехать сегодня обязательно. Зашуганная моя. Теперь помоем, напенили, немножко подождем,
Это моя жена. Как жена дела? Отлично. Как тебе твоя каденция, твоя стажировка? Отлично. Тебе понравилось? Хочешь еще? Хочет. Да, наш шутит. Вот такой вот результат мойки. Красавица, красавица. А я? И ты красавица. Вы две мои красавицы. Так, мы заселились. Какой вот у нас номер. Здесь одна кровать. Здесь двойная кровать. Двухспальная. Шкафчик. Два стулика, столик, здесь типа комодик такой маленький, вот такой вот номерок. Будем приводить сейчас себя в порядок, нужно умыться, побриться и поедем, съездим по делам в город. И будем просто высыпаться сегодня, завтра, никуда не пойдем, никуда не поедем, только вот сейчас едем. Хотим просто валяться на кровати, спать. Деградировать. Да, наслаждаться кроватью. В общем, ничего не делать. Поустали, конечно, немножко на работе. Хотим просто ничего не делать. Будем просто балдеть, ребята. Идем сдавать тест-драйв. Жена сейчас будет сдавать тест-драйв. Переживает немножко. Жена, переживаешь? Нет. Переживает жена. Человек не сдал, его высадили, видишь? Заехала, ребята, заехала. Тест-драйв сдан. Это было вообще... Я была в шоке. Я дается 5 минут и 3 протяжки. Я сделала 2 протяжки, и у меня просто какая-то хрень. Я понимаю, что это конец. Вот на этом моменте, когда я поняла, что это конец, я просто психанула. Во-первых, я стала не как черепаха заезжать, а во-вторых, я просто уже и быстро заезжала, и выкручивала там. Я вообще уже не знаю, что я делаю, я просто понимаю, что у меня есть одна протяжка последняя, что точнее, я как раз сделала третью протяжку, и все, я понимаю, что у меня какая-то херня. И вот на этом моменте я психанула. Давай вперед, давай назад, крутить руль. Я вообще не знаю, я не помню, что я там делала, но главное, я заехала в эту узенькую рампу сама, господи, такая... Сдавала под 90 градусов. Да, и у меня вопросы задавали по оплатам дорог. Все правильно ответила? Да, все правильно. Умница. Я не могла собрать, что мне там говорить, типа, там, ну, вопрос, ДКВ боксинг, 5 стран назови. Я, короче, называю и понимаю, что я не знаю, какие страны где находятся. Я просто вообще, я говорю, сейчас, 2 минуты я скажу. Короче, вообще так. Перенервничала немного, да? Но нельзя было снимать тест-драйв, поэтому, ребята, не снимал. Чисто вот эмоции после тест-драйва. О. Вот, как-то так. А, надо пойти жилетки сдать. Да. Пойдем. Все, все окей у нас. Умничка. Я не ожидала. Я думала, все, это конец. Мужчины не заезжали, потому что некоторые... Я думаю, блин, я заеду. Я уже все, я уже... Не надеялась, мне Влад объяснял, просто вот мы на этой бутылке с телефоном объясняли, куда они там как надо. Я ставлю ровно колеса и просто пихаю его. Вот в этот момент подлавливаешь прицепчик. Ну, подлавливаю, да. Чтобы у меня был меньше... Чтобы он никуда не убегал. Чтобы у меня был меньше уголочек. Не уголочек, а чтобы он не убегал никуда, ни влево, ни вправо. Угу. Забей на этот уголочек. Ну, то есть смотрю, чтобы у меня не было вот такого не становилось и вот такого не да, становилось. Да. Короче, не могу, я вообще так трясется. Все,